Сейчас я напишу тут фамилию. Сегодня происходит незаконная вырубка сквера, в котором играют наши дети, для территории данного района в 129 гектар. Норма по озелененным местам общего пользования для активного отдыха детей и взрослых должна быть 10,8 гектар. Сегодня у нас единственный этот сквер, площадь которого в 3 раза меньше нормы. Сегодня администрация района в угоду застройщикам незаконно продлила разрешение на начало строительных работ данному приходу. Согласно законодательству, более 2 раз такое разрешение продлеваться не может. Второе разрешение утратило силу еще в июле этого года. И третье разрешение, чем руководствуется сейчас Зеленстрой при выполнении работ, оно недействительно, потому что третий раз такое разрешение Госстройнадзор не имел права выдавать. Сегодня мы написали заявление в адрес РУВД Советского района для того, чтобы они остановили работы до прояснения законности начала этих работ. Никто не отменял демократическое государство, как и никто не отменял систему самоуправления. Сегодня жители решают, что строить на территории и что не строить. Этот сквер, это есть озелененная зона, и другая функция у него не может быть, потому что рядом озелененных территорий нет.